23 лютого з вікна з Змійської центральної районної лікарні викинулася пацієнтка. Подія трапилася близько 2 години ночі. За словами головного лікаря, 86-річна жінка до закладу охорони здоров'я поступила 18 лютого і проходила лікування у неврологічному відділенні. Вночі вона крадькома проникла до сусідньої палати і стрибнула із 4-го поверху. Жила одна там, где-то там, содержала какие-то, даже коровы там у нее были. Ну, привезли ее с острым нарушением кровообращения, скорая помощь. Она постоянно там ходила, ее просили, ну, были такие попытки, она в час посмотрели, она бродила по отделению. Ее завели в палату, положили, успокоили, ну, то есть она лягла. Ну, они проверяли там периодически, потому что тоже волновались. 2 часа зашли, ее нет. Мы начали везде по всех закоулках ходить по отделению. Ну, ну, знаете, туда-сюда. А у нас там в 4-й палате лежал больной, тяжелый. Ну, такой, он один лежал в палате. Привезли с санатория Шаровки бомжа тоже, который перенес туберкулез, у него там тоже тяжелый инсульт. Ну, помирающий больной. Ну, он сам там лежал. Ну, вот прийти додуматься, это, открыть фурамугу вот эту, да. Она подставила, взяла стулочку, открыла одну и, ну, и прыгнула. Ну, как она прыгнула, может, она поскользнулась, может, она хотела, ну, не знаю, может, она хотела воздухом подышать. Шансів вижити у жінки не було. Що змусило її зробити крок у вічність, наразі встановлюють правоохоронці, які кваліфікують дану подію як суїцид і проводять службове розслідування. Данный факт был квалифицирован по статье 115 с пометкой «это умышленное убийство» с дополнительной отметкой «самогубство», «самоубийство». То есть мы пока расследуем этот факт как самоубийство психически неуравновешенного человека. Відомо, що загибла проживала у Таранівці, мала родичів, які за день до фатального стрибка навідували стареньку. Це не перший випадок, коли із вікон лікарні вчиняють спроби суїциду. Щоправда, до цього факту ті, хто стрибав, відбувалися зламаними кістками і переляком. 86-річна старенька загинула на місці. Случаї случались у нас. З травми випадав позапрошлим. Ну, живий залишився, слава Богу. Отделение. Потом было еще на тот раз, была наша бывшая работница тоже, ну, тоже выбрасывалась с отделения, тоже было. Ну, вот люди что-то так выбирают такие места.